Вот, приехал на ключ. Висят мои... Мое подношение к ключу. Вот. 7 вот таких ведер. Полуторник. По 15 литров. Ведро 7 штук в ходе. Вот. Вода теплая. Тает вот, даже подтает кругову. Но не такая теплая, но все равно вытает. Нынче много воды. Вот он. Он ключ по старице идет. Старое русло. Потому что реки не только идут. В этом по поверхности, но они идут и поэтому по дну внизу под рекой. Вот она идет сюда. Вот бугор поднял, вот какой. Это все вода тут, и чем больше ее мостом перегородили. Не угнали бы мою технику. Ну ладно, сейчас маленько пройду. Вот оно видно, старое русло идет. Вот оно по старому руслу идет. Как говорится, старица. Вот. Вот так видно. Вот так и уходит туда, как речка была, так теперь и идет. Вот, поворот делать. Вода помнит, где шла. Когда ее припрет, она идет по старым местам. Дух воды правит. Ладно, поеду. Сейчас мне надо это раз 6-7 отдохнул, нагрузка капитальная. Да так-то бы нормально было, если почки прихватят. Тогда давлением давнуло их. Я как чувствую, если плохо, я останавливаюсь. Зачем? Сильно. Лучше постоять, чем упасть. Правда же? Ну вот так вот. Сейчас поедем. Дыхалку перевел. Маленько. Ну, спасибо тебе, дух воды. На коленки станем. Вон, рыбки плавают. Спасибо, дух воды, тебе. За все хорошее, что ты мне даешь. Что людям даешь. Но всем пока. Всем не болеть, не хворать. Все. Всего доброго. Вот. 4-й раз уже отдыхаю. На 2-й раз поехал. Ё-моё. Веская бочка. Получается. Так, это чё? 4 раза отдохнул. Ну, там тяжелее тянуть. Ну, и тут, наверное, получится с чего у меня. О, Ангарец. Под вершинами-то видно, как будто техника кто прорвал. Видно вон, 2 отвала белых с правой стороны.
к отрогам. И там площадки, между прочим, ровные. Ну ладно, вот река. Запыхался маленько. Веска все равно. Бочки. Вот там мост. Вон он. Вот. А вот голец. Сейчас увеличь. Вон он, видно, отруги. Ну ладно. Вот там. За дорогой. Вон человек идет. О. За той машиной, думаю. Вот так вот. Вот оттуда я приехал. Ну дальше. Все. О. Все, завязали. О, прикочевал наконец-то. До дома. Где-то раз 7 отдохнул. Вон. С тех кустов. Приехал. Даже дальше. Там еще по кустам сколько. Ну ладно. Закрывать надо. Че, купаться-то? Баня-то не готова. Значит, не готова, расслабишься. Че, обязательно лаяться? А? Ну ладно. Я вот только мешок отправил с аллеровым. Вы мне опять подвалили все. А? Черновичка, вы даже есть не стали, а? Чё такое, а? Чё такое? А? Чё? А, чё? Чё? Ну, ну ты-то Линда, Линда. Чё же? Ой-ой-ой. Линда. Черновичка. И сразу убегать, а? Но, ой, какие. Ой, какие, ну, молодцы. Надо это... Поводки вам делать. Скоро пойдем, я вас поведу. Теперь кабана нет. На кого лаять будете, а? Ну ладно, ладно. Ой, молодец. Ну вот ты-то уж молодец. Куда ж ты? Ну ладно, всего доброго. Стаскивать воду надо. Ты замерз. Как везешь? Она вся вот. Аж она обмерзает. Сосульки висят вот сзади. Не лает ни кабана, ни волчухи этой. Даже мою тропу за это засыпало. Но зато снегу подвалило. Все, сегодня купаться буду в снегу. Вон туда завтра. Дрова вывели, привезут мне. Колоть буду. Так что придется убавлять, наверное. Тренировки-то маленько сбагрить. Но всем пока. Всего доброго. Голец вам привет передает. Но ни браво не было после него опять. Совсем некрасиво. Некрасиво. Не нравится ему вся эта капонина. Но всем пока. Заходите в гости. Не болейте, будьте здоровы. Все, пока. О, главная еда наша. Че сюда ведро затаскивать? Так затаскивай. А это что выгибаться? Опять картошку таскать надо? Дымка-то. Опять картошку? Да нет, вроде нету. Не видно. Вот рулет сварили. Ну-ка, мамка, открой-ка, пожалуйста. А, он целый.
бачок рулета сварил. Их, наверное, выложить на этот, на поднос. Наверное. Надо, наверное, слить сначала. Куда?